Российская компания «Кагалым Авиа» распорядилась приостановить эксплуатацию аэробусов А321 на время дополнительных проверок, сообщили в Ространснадзоре. Самолеты «Кагалым Авиа» взяты в лизинг в Ирландии и должны проходить техническое обслуживание в организациях, одобренных Европейским агентством по безопасности. Последняя такая проверка проводилась в первом квартале этого года. В среду вечером Великобритания и Ирландия приняли решение приостановить авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом, поскольку, как заявил министр иностранных дел королевства, существует значительная вероятность того, что террористическая группировка «Исламское государство» причастна к катастрофе над Синаем. «Мы примем все необходимые меры, чтобы доставить граждан Великобритании на родину по окончании каникул. Мы говорим им, что нет смысла сокращать свой отпуск, поскольку ни один самолет не вылетит из Шарм-эль-Шейха до тех пор, пока мы не убедимся в полной безопасности полетов», — пояснил Филипп Хаммон. Решение о приостановке авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом приняли также Ирландия и Нидерланды. В свою очередь, на просьбу прокомментировать события, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет оснований озвучивать какую-то одну версию.